Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования специально для альтернатива.орг. Преданная Украина. На вопрос о признании Крыма российским Трамп ответил «посмотрим» и добавил, что надо понять, что может предложить Россия. Вряд ли Россия что-то предложит. Для Москвы, конечно, важен факт международного признания российского статуса Крыма. И признание со стороны США, как одного из важнейших мировых игроков, подтолкнуло бы остальных к аналогичным действиям. Тем не менее, это признание со стороны всего лишь одного, пусть и очень влиятельного, государства. Процесс окончательной международно-правовой легитимации может растянуться на десятилетия. Значительно важнее для России окончательное урегулирование крымской проблемы с Украиной, поскольку если нет страны, оспаривающей суверенитет над этой территорией, то нет и международно-правовой проблемы. Если же такое государство есть, то пусть весь мир признает Крым российским, проблема останется. Для понимания, США не признавали вхождение республик Прибалтики в состав СССР, но это ровным счетом никому не мешало, так как не было иных признанных в качестве субъекта международного права претендентов на суверенитет над этими территориями. Поэтому, не признавая факт вхождения границы СССР, включавшей республики Прибалтики, США признавали, и эта тема никогда не была предметом переговоров между Москвой и Вашингтоном. Всем было ясно, что торг здесь неуместен. С другой стороны, США признают Курилы российскими, но факт непризнания Японии российского суверенитета над Южной Курильской грядой портит нам кровь и является предметом постоянных международных консультаций последние 73 года. И США активно используют факт оспариваемости территорий в своих интересах, как используют они в своих интересах и территориальные споры Вьетнама и Китая, Филиппин, Вьетнама и Китая, Японии и Китая, Японии и Южной Кореи и так далее. Таким образом, возможность одностороннего американского признания Крыма российским не урегулирует окончательно проблему, не лишает США возможности в дальнейшем вернуться к этому вопросу и поэтому не стоит никаких серьезных уступок. Бесплатно пусть признают, но бесплатно они вряд ли захотят. Трамп стремится получить за бросовый товар хорошие дивиденды. Уверен, что несмотря на вопиющий непрофессионализм украинских политиков и дипломатического корпуса, в Киеве прекрасно понимают ситуацию. Тем не менее, бьются в истерике и рассказывают об очередном предательстве Запада. И как ни странно, они правы. Запад Украину таки предал и не скрывает этого. Трамповское «посмотрим» в отношении Крыма для Киева хуже, чем «Северный поток-2» в исполнении Меркель. Конечно, реальные убытки, не только финансовые, но и политические, от «Северного потока» будут огромными, и их еще только предстоит понести, а с Крымом уже все получилось. Все случилось, но приверженность Германии строительству этого газопровода наличествовала всегда, и она объяснима. Прямой газопровод выгоден немецкой экономике, немецкому бизнесу и резко повышает акции Германии, как общеевропейского лидера, поскольку позволяет ей стать главным европейским газовым хабом, то есть поставить под контроль европейскую энергетику, а с ней и европейскую экономику. Поэтому действия Германии, хоть и раздражают Киев, в целом объясними. Своя рубашка к телу ближе. Вопрос же признания и непризнания российского статуса Крыма чисто политический. Внутренний конфликт, вызвавший внешние последствия, из-за которых Крым был потерян на Украине, спровоцировали США и их западноевропейские союзники. При этом Киеву было не просто обещана военно-политическая, дипломатическая и финансово-экономическая поддержка. Но США и ЕС гарантировали, что ни один касающийся Украины вопрос без участия Украины решен не будет. Фактически Запад обязал отстаивать в ходе переговоров ту позицию, которая будет сформулирована Украиной. Ну, позицию Украины мы хорошо знаем. Вернуть Крым, заставить вернуться Донбасс, извиниться за все, заплатить компенсации, цены на газ снизить до почти полной бесплатности, цены на транзит поднять до небес, гарантировать прокачку через украинскую ГТС такого объема транзитного газа, который она сможет принять и пообещать в дальнейшем моментально удовлетворять все пожелания Киева, до которых он пока не додумался, но обязательно додумается. Несмотря на абсурдность этих притязаний, США и ЕС долгое время их действительно поддерживали и даже ввели санкции с требованиями удовлетворить требования Украины. В 2014-2015 годах России давали понять,
что, конечно, контрибуция, репарации, бесплатный газ для Украины – запросная позиция, которая будет нивелирована в ходе переговоров, но вот насчет Крыма и Донбасса двух мнений быть не может. Москва просто обязана вернуть их на блюдечке с голубой каемочкой и долго публично каяться за свою агрессивность. Тревожные звонки в Киев поступали уже давно. Вначале Европа как-то потеряла интерес к обсуждению проблем Украины в нормандском формате с участием Киева. А парижское и берлинское руководство повадилось летать на сепаратные переговоры то в Питер, то в Москву, то в Сочи. Затем украинских лидеров вообще перестали принимать в США, если не считать платных фотосессий. Зато Трамп заговорил о необходимости прямых переговоров с Путиным по урегулированию всех проблем, разделяющих Россию и США, значит, и украинского кризиса, и вопроса статуса Крыма. Прямые переговоры Вашингтона, Парижа, Берлина с Москвой по украинской проблематике означают лишь одно – урегулирование данного кризиса будет проходить за счет Украины. Да, Запад собирается еще поторговаться по поводу того, кому какой кусок пирога обломится и в каком ином регионе мира он хотел бы получить от России встречные уступки. Россия в стратегических вопросах – Украина, Сирия, КНДР, неформальный союз с Китаем и Ираном – не уступит, и аргументов для того, чтобы заставить ее пересмотреть свою позицию, у Запада нет. Какие-то компенсации по мелочам, вроде доступа на рынки, цен и тарифов, возможно, ему выторговать и удастся. Компромисс требует взаимных уступок, но понятно, что сегодня Россия уже не готова на тот объем уступок, который представлялся ей оправданным в 2013 году, когда Москва предлагала тройственные переговоры в формате «Россия, Украина, Евросоюз», или в 2014-2015 годах, когда речь шла о федерализации, конфедерализации Украины без Крыма, но с Донбассом, как переходном статусе, дающем возможность для последующего самоопределения автономных территорий. Сегодня украинские и сирийские кризисы однозначно выиграны Россией, и никаких оснований для пересмотра результатов пятилетней борьбы нет. Итак, Запад собирается торговаться с Россией об условиях нормализации отношений, занимая откровенно слабую позицию. Украину за стол переговоров не приглашают, хоть ее судьба там будет решаться тоже. В Киеве абсолютно правильно оценили ситуацию, свои ошибки и преступления Запад собирается оплатить судьбой киевского режима. Вопрос не заключается в том, сдадут ли Украину. Ее сдали уже. Теперь речь идет лишь о том, выторгует ли Запад за нее хоть какую-то компенсацию, и если да, то сколько. Пока что позиция Москвы заключается в том, что Запад должен еще хотя бы частично оплатить результаты своего вмешательства. Причем позиция эта общая для Украины и Сирии. То есть Брюсселю и Вашингтону предлагают торговаться не о компенсациях со стороны Москвы, но о возможных скидках с тех компенсаций, которые должен заплатить они. Которые должны заплатить они. Впрочем, Киеву от этого уже ни холодно, ни жарко. Его подали на обеденный стол и предлагают съесть. В такой ситуации всей украинской политической кампании, независимо от того, поддерживает ли конкретный политик Порошенко или выступает против него, абсолютно все равно, кто оплатит банкет, на котором Украине предназначено быть блюдом. Дергаться поздно. Не в 2014 году, даже не в 2012, а еще в 2005 я говорил в ходе публичных дискуссий с националистами-патриотами тогда еще Ющенковского разлива, что слабое, второстепенное государство, пытающееся влезть в борьбу великих держав, тем более пытающееся инициировать кризис в отношениях между сверхдержавами, станет первой жертвой этого кризиса. Потому что взрослые и сильные договорятся, враждовать себе дороже. Когда же они начнут искать виновника, постигших их проблем, они вспомнят о бессильном провокаторе, рассчитывавшем выиграть конфликт в чужом обозе и ни на что, кроме мародерства негодного. В первую очередь с него-то и постараются списать все издержки конфликта. Тем не менее, украинские политики считали, что они самые умные, и что работа полицаями у очередного оккупанта может их не просто обогатить, но ввести в состав высшего света глобальной политики. Теперь у них есть возможность вспомнить, как те же самые евроамериканцы десятками тысяч выдавали их предков-полицаев победившему Советскому Союзу, потому что портить отношения со сверхдержавой из-за человеческого отребья никому не надо. Такой материал на политической панели всегда находится в неограниченном количестве.
Самое интересное, что уже осознав, что их продали и предали внешние покровители, без которых они не могут существовать, они все еще ведут внутреннюю борьбу за киевский престол, причем борьбу на уничтожение. Им еще предстоит узнать, что за все отвечает последний атаман банды, даже если он был лучше своих предшественников. Таков нерушимый закон политики. За смерть и разрушение кто-то ответить должен. Отвечает проигравшее государство. Персонально же те политики, которые возглавляют его в момент подписания полной и безоговорочной капитуляции, даже если эта капитуляция подписана за них третьими странами. Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования, специально для альтернатива.орг. Преданная Украина.